Здрасте. Шерпа, трепчики в теме. Короче, мы здесь Альфию заделали. Оу! Короче, мы здесь... Тема у нас такая. Мы с Альфией все-таки это дело заделали. Заштукатурили. Вот это место, да? Сейчас вот это забиваем досками гнилыми. Пускай гнилыми. Над нами жрут, конечно, там. Но это для чего? Чтобы потом сеткой все будем обивать и штукатурить. Вот. У нас сегодня Диляра такую работу сделала. Охранительную. Я прям в шоке. Надо же такую трудоемкую работу она провела. Она все эти вот бревна отсюда убираем, да? Освобождаем путь. И она у нас сложила вот здесь. Охренеть. Все доски, эти она сейчас так уложила. Ой, как классно получилось. Это наши дрова. Вот. Теря, ты молодец. Охренеть. Ну, у тебя силы. Вот это говорится, когда молодость, да? Когда молодость, только силы у нас. Я бы давно уже устала, зайди там, стонет. А ну подожди, я покажу здесь, что мы сделали. Альфия у нас на крыше, мы там все заштукатурили, лиха. Все, сейчас нам осталось только вату привезти. И закрыть нам крышу. Фу, блин, здесь еще надо добираться. Что ты говоришь, Загирова?